Рефери в ринге Перемышлев Александр. Бойцы, подошли, пожали друг другу руки. Бойцы, внимательно слушаем команду. После команды «Стоп» все технические действия прекращаем. За канаты, за экипировку не хватаемся. Локтями, коленями в партере в голову не бьем. Работаем строго по правилам, друг к другу относятся с уважением. Бойцам все понятно? По углам. Так, Александр Бородин, Ростислав Быченко. Боковой судья. Боковой судья. Боковой судья. Боец готов? Боец готов? Первый раунд. Бой! Пробивает сразу же лоу-кик Ростислав Быченко и добавляет мидл-кика. Очень активно начал. Боец из Красноярска. Еще один лоу-кик. Ну вот сцепились в клинче. Два бойца. Пока что ни одному, ни другому не удается активность, бойцы. Выйти на оперативный простор. Да, проявить ту самую активность. Вот попытался сейчас Александр Бородин поработать коленями. Попытка бэквиста. Замерли. Разворачиваемся. Разворачиваемся. Ну вот еще раз, в очередной раз. Еще. Мы видим особенности работы в ринге, когда бойцы вываливаются за канаты. Позиция согласны? Бой! Их приходится возвращать в исходную позицию в пределах ринга. Вот они! Голова, голова, руки. Смотри, ищи там, где перевернуть. Забираем гарду. Удобная позиция. Ноги обходим. Два! Два! Цепляемся. Держи за ноги, контролируй. Валяйся там. Не дает подняться двигайся, Александру Бородину Ростислав Быченко. Вот. Забери, забери. Забери, забери. Аккуратно, аккуратно. Прижми, прижми. Вот здесь работай. И давай руками. Голова в корпус. Руки лежи. Да, и сейчас попробует проводить комбинации по этажам. Ростислав Быченко. То самое, что ему советует угол, голова, корпус. Однако оттесняет раз за разом Александр Бородин, не дает выйти на удобное пространство. И по-прежнему на канвасе Бородин. Ну и выгодно эта манера, мы видим, Ростиславу Быченкову. Только сказал рефери об активности, как сразу же взорвал темп Ростислав Быченко. Видимо, что ищет шанс для того, чтобы подняться Александр Бородин, но этот шанс не предоставляет ему Ростислав Быченко. Контролирует ход этого раунда. И раз за разом проводит свои атаки Ростислав Быченко. Пытался сейчас завязать руки Александр Бородин. Но и эта попытка вышла неудачной. Смотри, смотри, работай. Давай в точку, вставай, ничего там валяться. Активность, бойцы. Грузи его, Саня, грузи. Держи, держи, держи. Держи. Что сейчас? Держи. Прижимай к себе. Продолжается поединок в гарде. Опускай, опускай, опускай. Вот у него ручка, ты его момент поделаешь. Активность. Пытался сейчас
оттеснить Александр Бородин Ростислава Быченкова, но очень уверенно чувствует себя сверху. Боец из Красноярска. Ну что ж, возобновляется поединок в стойке. Пробил сразу же внутренний лоу-кик Александр Бородин. Пытается он сейчас как следует загрузить в стойке своего оппонента. Еще один лоу-кик. И вот проводит тейкдаун Ростислав Быченков. При этом Александр Бородин забирает шею. Но быстро Ростислав Быченков выходит из захвата. И что сейчас? Попытка залезть в маунт? Или нечто другое? Активность. В атаке попробует продемонстрировать Ростислав Быченков. Окончен раунд. Время раунда. Но я думаю, друзья, вы со мной согласитесь, что предпочтительнее выглядел в этом раунде по всем статьям Ростислав Быченков, боец из Красноярска. Были определенные микроэпизоды, конечно, у Александра Бородина. В основном в стойке. Но если все суммировать, то, конечно, Ростислав Быченков целиком и полностью забрал этот раунд. Боковой судья. Боец готов. Второй раунд. Бой! Удар с разворота демонстрирует Ростислав Быченков. Хорошо пробил в область корпуса и тут же попробовал добавить лоу-кик. И снова переводит партер своего соперника Ростислав Быченков. У него это прекрасно получается, поэтому он раз за разом это и повторяет. Ну а пока что Александру Бородину не удается придумать какого-либо внятного противоядия этим действиям со стороны Ростислава Быченкова. Который, в свою очередь, пытается забраться в маунт. Пока что не позволяет это сделать Александр Бородин. Но так или иначе, снова атакует сверху и не дает подняться Ростислав Быченков Александру Бородину. Колено бью. Активность, бойцы! И вот пытается сейчас провести болевой на руку Александр Бородин. Ну вот такую руку еще попробуй. Заломай. Хорошо, атлетично сложен Ростислав Быченков. Замерли. Разворачиваемся. Еще разворачиваемся. Позиция согласна? Бой! Дал команду бой рефери, но вот не так просто сразу же возобновить бой в активной манере. Сил уже потрачено немало, как одним, так и другим. Но я думаю, ни для кого не секрет, что
несколько комфортнее чувствует себя Ростислав Быченков, несмотря на открывшееся рассечение. Хорошо сейчас грузит молотками по корпусу Ростислав Быченков. И вот хороший сейчас удар снизу получился у Александра Бородина. Забирает он шею. И что будет? Попытка провести удушающий, но захват неплотный пока что. И вот такая вот развязка, друзья. Вот такая вот развязка. Неожиданная. Едва я успел сказать, что захват неплотный, как следует прихватился Александр Бородин. И вырвал, забрал этот поединок. Причем досрочно. Вот что интересно. Казалось бы, доминировал по всем статьям Ростислав Быченков, но малейшая оплошность, малейшая потеря концентрации привела к такому исходу, достаточно неожиданному. Но от этого победа Александра Бородина не становится менее заслуженной. На 3 минуте и 28 секунде второго раунда победу удушающим приемом одержал боец из красного угла ринга Александр. Потрясающе, друзья. Настолько неожиданной получилась развязка. Казалось бы, уже нет никаких шансов у Александра Бородина. По всем статьям доминировал Быченков. И вот один единственный шанс, который предоставился. Одна единственная ошибка со стороны Ростислава Быченкова. И все сложилось в пользу Александра Бородина. Вот сейчас как раз мы сможем увидеть тот самый эпизод, который стоил Ростиславу Быченкову победы.